канал «Уральская усадьба». Сегодня мы будем производить монтаж теплицы «Легенда». 5 метров шириной, 4 длиной. Устанавливаться будет на брус 150, 150 на 100. Брус будем собирать на ребро. На данном этапе мы скручиваем брус, собираем каркас и подготавливаем торцы. Ну что, продолжаем монтаж. Торцы доделали, крутили форточки. Также закрепили каркас к брусу и стянули прогонами. Сейчас будем нажимать поликарбонат на стены, устанавливать форточки и потом заниматься крышей. Всем добро пожаловать на канал «Уральская усадьба». Сегодня представляю вашему вниманию теплицу «Легенда». 5 метров шириной, 4 длиной. Поликарбонат используется 4-миллиметровый. Две у нас стеновые форточки справа и аналогично слева находится. Этот у нас... Ну что, вот у нас монтаж подошел к концу. Доделали мы стенки, крышу. Также прикрепили форточки стеновые. Две штуки справа, две слева. И три форточки в торце. Торец у нас глухой с тремя форточками. Все форточки опрокидываются у нас наверх. Открываются. Также еще накрутили облицовку.